Что ж, в прошлый понедельник на предыдущей лекции мы с вами начали разбирать доктрину о человеке. И вначале мы с вами разобрали то, из чего состоит природа человека, какие у нее есть составляющие. И вначале мы с вами рассмотрели физические составляющие природы человека, разобрали те термины, которые используются в Писании. И уже затем, после этого, мы с вами рассмотрели те библейские термины, которые описывают нематериальные составляющие человеческой природы. И мы с вами обратили внимание на то, что как те термины, которые используются для описания физических составляющих природы человека, так и для описания нематериальных составляющих природы человека, могут использоваться в нескольких значениях, в зависимости от контекста. И в некоторых случаях, как мы отметили, эти термины использовались, как мы сказали, в онтологическом значении. И мы с вами пояснили, что в этих случаях просто идет речь о том, что существует, из чего состоит природа человека. Но те же самые термины в других случаях, в других текстах Писания использовались, указывая на нравственные аспекты, и примером этого может служить слово «плоть». И мы с вами отметили, что как по отношению к нематериальной составляющей природы человека, так и по отношению к материальной составляющей, есть длинный перечень терминов, и все эти термины необходимо разделить на две категории, в зависимости от того, в каком значении эти термины используются, либо в онтологическом, либо в этическом или нравственном. Но мне представляется, что если мы будем помнить, что есть вот эти два разных значения, в котором могут использоваться термины в Писании, и будем внимательны при чтении текстов Писания, занимаясь экзегезой, то мы сможем определить, что же имеет в виду автор библейского текста в том или ином стихе. Затем, уже в самом конце нашей лекции, мы открыли 30-ю страницу наших конспектов и обратились к вопросу природы человека, стали размышлять о том, что же за существо человек. Будучи сотворены, какими мы сотворены? И мы с вами отметили, что в этом вопросе, вопросе о природе человека, используется термин «природа», термин, который сам по себе неоднозначен, потому что, говоря о природе человека, можно задавать один из двух вопросов. И если мы с вами не будем разграничивать эти два разных значения и ясно их представлять, то мы неминуемо столкнемся с определенными сложностями, когда начнем разбирать конкретные тексты, записанные в Божьем Слове, а также когда будем размышлять о богословских вопросах, касающихся природы человека. Что ж, отметив этот момент, мы перешли к описанию этих двух различных значений термина «природа» в отношении природы человека. И мы с вами обсудили метафизическое или онтологическое значение слова «природа человека». И говоря об этом, мы сказали следующее. Человеческая природа в онтологическом смысле подразумевает устройство человека, то, что делает человека человеком. И когда вы говорите о человеческой природе вот с этой перспективы, то вы не говорите о том, на основании чего и почему люди поступают так или иначе, и почему они используют ту или иную составляющую человеческой природы, чтобы поступить таким образом. Вместо этого все силы вы тратите на то, чтобы получить ясное представление, насколько это возможно, о тех составляющих, из которых состоит природа человека. И вот на этом мы остановились на предыдущей лекции, поэтому позвольте мне продолжить и поговорить с вами о нравственном или этическом значении термина «природа человека».
или человеческой природы. Когда мы говорим о природе человека с моральной или с этической точки зрения, то мы подразумеваем те моральные или религиозные тенденции, склонности, которые присутствуют в человеке. Другими словами, этот взгляд на природу человека нацелен на изучение тех склонностей, тех свойств, которые присутствуют в существе человека и которые определяют, будут ли поступки человека добрыми либо злыми. Вот, к примеру, мы знаем, что Писание говорит о том, что у человека есть разум, есть сердце, есть тело и так далее, и далее. И здесь рассматриваются скорее онтологические аспекты человеческой природы. Но если кто-то говорит, что «да, вот есть определенные онтологические составляющие, но если они сопоставлены вместе в каком-то конкретном человеке, то как, скорее всего, этот человек будет использовать вот эти составляющие, эти различные части своей природы, какие поступки он будет с ними совершать? Будет ли такой человек склонен делать то, что является добром, или он направит свои возможности на то, что является злом, и будет совершать соответствующие поступки? Другими словами, что будет такой человек предпочитать, добро или зло? Что ж, если вы будете рассматривать подобные вопросы, то вы будете рассматривать природу человека с этической или нравственной точки зрения. И когда вы будете это делать, рассматривать природу человека с этической точки зрения, то вы встретитесь с определенными богословскими и библейскими идеями или позициями, которые связаны с этими вопросами. Мы очень часто упоминаем термин «греховная природа». И вот к какому бы выводу вы ни пришли по поводу того, что означает этот термин, очевидно, что этот термин относится к нравственной категории или этической категории терминов, описывающих природу человека, а не к онтологической категории. Точно так же мы говорили с вами о ветхой и новой природах человека. В Писании мы читаем: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». И все это подразумевает нравственную или этическую перемену, которая происходит в человеке. Здесь речь не идет о том, что когда человек принимает Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то в нем происходят какие-то онтологические изменения, что-то меняется в нем или что-то приобретается, чего не было ранее. Скажем, у человека появляется какой-то новый орган или новая часть. Нет, не об этом здесь идет речь, когда Павел пишет: «Тот, кто во Христе, тот новая тварь». Он говорит о том, что изменения, которые происходят в человеке, они этические, нравственные. И, по сути, он уже становится другим человеком, отличным от того, каким он был, до того, как принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Что ж, хорошо, вот эти два основных значения, в которых может использоваться понятие «природа человека». И что же мы будем делать дальше? Будем мы разбирать оба этих значения? И мы с вами обратимся ко второму пункту в ваших конспектах, и мы будем рассматривать вопрос о природе человека, говоря о доктрине о человеке, фокусируясь на онтологическом значении, не на этическом значении, не на его склонностях и устремлениях. Мы будем с вами разбирать вопросы и говорить, к примеру, о том, из скольких частей состоит человек. Присутствует ли в человеческой природе одна составляющая, или две, или три, и как нам следует их понимать? И затем, когда речь заходит о разуме человека, его душе, его духе, то как все это передается человеку из поколения в поколение? Передается ли все это человеку от его родителей естественным путем? Или родители всего лишь передают физические составляющие,
физическое тело. И в какой-то момент беременности Бог создает какую-то нематериальную сущность, душу или дух, как бы вы ни называли эту составляющую человека. И затем передает эту нематериальную составляющую телу, которая растет и развивается в утробе матери. Как нам это следует понимать? Откуда приходит нематериальная составляющая нашего существа? И когда мы говорим о человеке как о творении, в онтологическом смысле, мы также отмечаем то, что утверждает Писание, что люди, мужчины и женщины, сотворены по образу Божьему. Но в чем же заключается этот образ Божий? Означает ли это, что каждый сотворенный человек несет в себе образ Божий? Что произошло с образом Божьим при грехопадении, когда Адам и Ева согрешили? И что происходит с образом Божьим, когда человек принимает Иисуса Христа в свою жизнь как Спасителя? И мы, конечно, понимаем, что эти вопросы затрагивают не только онтологическую составляющую природы человека, но и этическую, нравственную. Но мы с вами рассмотрим эти вопросы, вопросы об образе Божьем и какие изменения в нем происходят, когда человек обретает спасение в Иисусе Христе или не обретает этого спасения. Несет ли в себе образ Божий невозрожденный человек? Может ли он использовать его? И, как я уже сказал, это те вопросы, где пересекается онтологическое и этическое значение природы человека. И, с другой стороны, мы не оставим без внимания и те вопросы, которые посвящены рассмотрению этических аспектов человеческой природы. Просто эти вопросы относятся к другому разделу богословия. И если Бог позволит, мы все это изучим, но это уже будет доктрина о грехе, которую зачастую богословы называют хамартеологией. И вот в этом разделе теологии как раз и рассматривается этическая сторона влияния греха на природу человека. Что ж, хорошо, давайте рассмотрим онтологическое значение природы человека. И в первую очередь я хотел бы, чтобы мы разобрали вот какой вопрос. Как нам следует понимать природу человека в онтологическом смысле? Состоит ли природа человека из одной основной части, или есть две составляющих, или их три? Как нам понимать природу человека? И как вы уже, наверное, прочитали в своих конспектах, и как видите здесь на слайде, я хотел бы, чтобы мы начали с рассмотрения истории этого вопроса, прежде чем мы начнем рассматривать конкретные взгляды на этот вопрос. И первое, о чем бы я хотел сказать, это то, что много веков тому назад, и даже в начале 20-го столетия, или даже до середины 20-го столетия, если не дольше, вот эта проблема или этот вопрос, который мы с вами рассматриваем в христианских кругах, в основном воспринимался как спор между дихотомистами, то есть теми, кто считал, что человек состоит из двух составляющих, и трихотомистами, которые придерживались иного взгляда, а именно, что человек состоит из трех составляющих. Что ж, вот этот вопрос рассматривался в этом ключе на протяжении очень долгого времени, до 20 века и даже в 20 веке. Но даже и сегодня вы встретите немало богословов, которые рассматривают этот вопрос именно с такой точки зрения. Многие из вас для получения бакалаврской степени учились в библейском колледже или библейском институте, и вы проходили там курс по богословию, и вы рассматривали этот раздел, доктрину о человеке, и наверняка вы говорили
исключительно о том, какая же теория верна, дихотомия или трихотомия. Что ж, такой подход казался наиболее рациональным на протяжении долгого-долгого времени. Но вот во второй половине 20 века было предложено немало исследований, и некоторые из этих исследований были сделаны в области психологии, некоторые из этих исследований относились к области естественных наук, биологии, химии и подобным областям науки. И вот в результате всех этих исследований многие люди стали задаваться вопросом, а является ли дихотомия и трихотомия единственно возможными альтернативами при рассмотрении вопроса об устройстве человека. И многие люди стали задаваться этим вопросом не только из-за открытий и исследований в области науки, но также были обнаружены новые факты и в библейском богословии, когда ученые пытались богословски осмыслить природу человека на основании библейских данных. И многие эти исследования показали, что термин «человеческая природа», указывающий как на материальную составляющую, так и на нематериальную составляющую, может использоваться по-разному. А так как этот термин используется по-разному, то поэтому вы не можете сказать, что всякий раз, когда вы встречаете этот термин, он означает одно и то же. И это не единственная проблема. Есть еще одна проблема, что во многих случаях этот термин используется синонимично. Например, в некоторых случаях, когда используется термин «душа», то создается впечатление, что автор этого текста имеет в виду то же самое, что и разум, или сердце, или дух. И в результате всех этих исследований в области библейской экзегезы и библейского богословия многие ученые вновь задались вопросом, действительно ли этот многовековой спор между дихотомистами и трихотомистами в точности отражает существо вопроса, то, как нам следует понимать природу человека, или что-то или многое этот спор не учитывает. Также были проведены исследования в различных областях философии, когда рассматривался вопрос, что делает человека человеком, как нам следует понимать природу человеческого разума. Вот все эти подобные исследования и подобные обсуждения усложнили рассмотрение вопроса о природе человека. И вы можете подумать про себя, но если все так сложно, то и не стоит углубляться в эту тему, давайте перейдем к следующей. Что ж, искушение, быть может, и велико, но я все-таки попробую с вами разобрать эту тему. Потому что я считаю, что мы можем достичь определенного понимания. Просто нам нужно быть внимательными, чтобы не упрощать чрезмерно определенные понятия, в чем была ошибка богословов прошлых веков. И я думаю, вы увидите, что, конечно, нам необходимо обсудить традиционные взгляды, дихотомию и трихотомию, но также нам необходимо рассмотреть и другие взгляды на природу человека в онтологическом значении. И этот вопрос усложняется еще и потому, что он включает в себя различные вопросы, и мы с вами эти вопросы рассмотрим в качестве введения в эту тему. Итак, что же это за вопросы, которые связаны с этой темой? И первый вопрос состоит в том, какова же правильная философия ума. Что ж, вот услышав это, прочитав это в своих конспектах, увидя это на слайде, вы можете задаться вопросом, о чем же здесь идет речь? Что ж,
философия ума — это одна из областей философии, один из разделов философии. И основной вопрос этого раздела состоит в следующем. А какова же природа ума человека? Что мы можем знать об этом? Как ум человека связан с его телом? И так далее, и далее. И вы можете спросить, ну, что же здесь обсуждать? Ведь понятно, что ум является нематериальной сущностью. Что ж, на протяжении многих веков большинство философов полагало, что ум является нематериальной сущностью в том или ином смысле. Я повторюсь, большинство философов считало, что ум является нематериальной субстанцией. И это не просто некая идея, это не просто некая сила, это что-то реально существующее, но это не материальная субстанция. Но, с другой стороны, в начале 20-го столетия основной, можно сказать, доминирующей концепцией понимания ума человека был материализм в том или ином виде. Вскоре мы с вами будем обсуждать различные формы дуализма. И в частности, мы будем говорить о картезианском дуализме. И позвольте мне немного предвосхитить события и сказать о том, что великий философ, живший во Франции, Декарт, считал, что человек устроен из двух основных составных частей. С одной стороны, это физическая составляющая человеческой природы, это наше тело. С другой стороны, есть нематериальная составляющая человеческой природы, и это наш ум, или кто-то называет это душой, духом. Но по сути, это указание на одно и то же, на нематериальное человеке. И вот Декарт пришел к выводу, что тело человека каким-то образом, вот что-то происходящее в теле, каким-то образом влияет на состояние ума человека. И точно так же те мысли, которые заполняют ум человека, влияют на его тело. Что ж, все это звучит довольно неплохо. Но вот вопрос, который задал Декарт, и который звучит до сих пор, по поводу этого вопроса до сих пор ведутся споры, этот вопрос заключается в следующем. Если человек состоит из этих двух составляющих, материальной субстанции и нематериальной субстанции, то каким образом, каков механизм взаимного влияния ума и тела друг на друга? Одно дело сказать, что они влияют друг на друга, совсем другое дело объяснить, как они влияют друг на друга. И сам Декарт не предложил объяснения, которое удовлетворило бы философов. И на протяжении столетий те философы, которые углублялись в эту тему, философию ума, пытались найти какое-то объяснение того, как ум и тело могут влиять друг на друга. Но какое бы объяснение ни предлагалось, оно не выдерживало критики. Поэтому неудивительно, что уже к началу 20-го столетия появилось немало философов, которые говорили, наверняка есть причины, почему до сих пор не было предложено объяснение, как нематериальная составляющая влияет на материальную составляющую в человеке, и наоборот. И причина наверняка в том, что не существует нематериальной составляющей. И поэтому большую часть 20-го столетия доминирующей идеологией в сфере философии ума как раз и был материализм, а именно убеждение в том, что ум не является нематериальной субстанцией, что ум материален в той или иной форме. И я скажу даже больше, в 20 веке ни один уважающий себя философ не осмеливался придерживаться убеждения, а тем более публично высказываться о том, что он придерживается убеждения,
что ум является нематериальной субстанцией. Что ж, радует то, что время шло, 20 век подходил к концу, наступил 21 век, и воззрения философов вновь изменились. Стало модно, если можно так сказать, верить в то, что ум является нематериальной субстанцией, а не материальной. Но все-таки справедливо будет сказать, что и сегодня многие философы, достаточно большое количество философов, все еще считают, что ум материален, что он имеет какую-то материальную основу. ТВ-семинары – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, быть может, вы думаете, быть может, все это и представляет интерес для философии, но какое отношение это имеет к богословию? Что ж, но этот вопрос касается не только философов. Этот вопрос затрагивает очень важные богословские и религиозные темы. Вот, к примеру, если, скажем, материалист, считающий, что ум — это материальная субстанция, прав, то это заставит нас не только определенным образом воспринимать природу человека, но это поставит перед нами другой вопрос, ведь материалисты считают, что не существует никакой нематериальной сущности вообще. Ну а если так, то как мы можем верить в Бога, иметь какое-то представление о Боге? Ведь в иудеи-христианской традиции Бог воспринимался и воспринимается как нематериальная сущность. Точно так же, как может быть разумным после этого, говоря о человеческой жизни, о продолжительности этой жизни, о том, что всем предстоит умереть, как может быть разумным верить в загробную жизнь, верить в бессмертие души, если душа при этом не является нематериальной сущностью, а всего лишь некая материальная субстанция, часть тела человека. А мы знаем, что когда человек умирает, его физическое тело оказывается в могиле. И со временем в могиле оно разлагается и исчезает. И христиане на протяжении истории верили в то, что да, это происходит с физическим телом, с материальной составляющей человека, но вот ум, дух, душа, как бы вы ни называли это нематериальная составляющая человека. И вот эта составляющая продолжает жить после физической смерти. Люди продолжают жить вне тела, и христиане верят также и в то, что в определенный момент в будущем Бог воскресит их смертные тела и объединит их чудесным образом с их бессмертными душами. И затем те из нас, кто знает Христа, будут прославлены и жить вечно. Но если ум — это всего лишь некая разновидность материи, то вот идея или вера в бессмертную душу, или вообще вера в бессмертность, представляется по меньшей мере безосновательной. И тогда также возникают проблемы с толкованием многих текстов Писания. Вы знаете, как Павел и другие апостолы учили о том, что мы покинем тело и будем пребывать с Господом. Но если не существует никакой нематериальной составляющей, то нечему находиться вне тела после физической смерти человека и нечему пребывать с Господом. И получается так, что Павел просто произносит красивые идеи, которые не имеют ничего общего с действительностью. Позвольте мне также сказать о том, что вот этот вопрос о природе ума человека актуален и для каждого, кто в той или иной степени занимается психологией и, говоря более конкретно, занимается христианским душепопечением. Как же так?
Что ж, если ум человека — это всего лишь разновидность материи, если он материален, а вы желаете увидеть определенные изменения в поведении человека, то тогда, наверное, лучше было бы не сидеть с человеком и тратить время на разговоры с ним, не призывать их читать Библию и размышлять о ней, но, может быть, лучше вместо этого подключить электроды к мозгу человека, и каждый раз, когда они поступают так, как вам не хотелось бы, пускать электрический ток через эти электроды, потому что это единственный путь достучаться до их ума, если их ум — это всего лишь материальная субстанция. С другой стороны, если ум человека — это не материя, если это не материальная субстанция, и мы не до конца понимаем, как материальная составляющая взаимодействует с нематериальной составляющей, то вот тогда эта шоковая терапия с электродами может и не привести к желаемому результату. Что касается изменения в поведении, и если ум нематериален, то представляется более разумным поговорить с человеком, у которого проблемы, призвать его читать Писание, размышлять о нем, читать другие книги. Поэтому вот эта тема, философия ума и размышления о ней, это не способ вот таким людям, как я и подобным мне, чем-то себя занять или занять других, преподавая в университете или семинарии. Эта тема важна, и важна не только для того, чтобы мы могли правильно понять природу человека, но она важна и по многим другим причинам, которые мы только что упомянули. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.